Всем привет! Годика, я бы назвался. Годика три назад я рассказывал про вот этот вот Airwick. Три года отработал. Никаких проблем. И вот сейчас он заморгал красненьким. Батарейки я уже проверил. Батарейки нормальные. Баллончик вроде бы тоже. Ну, будем разбираться. Интересно, что за три года произошло. Баллончик тоже не пустой, а моргает красненьким. Разбираем, смотрим. С батарейками, вот я их царапал в прошлый раз, что можно было не делать. С батарейками все в порядке теперь. Теперь дело не батарейка. Так, сколько вот этот Airwick шикал, столько я мечтал о штативе удобном для съемок, но что-то некогда было сходить его купить. Есть только штативы для других целей. Ну ничего, одной рукой поснимаю. Я думаю, всем все понятно. Теперь дело совершенно в другом. Смотрите. Берем. Все очень просто. Здесь у меня обычный изопропил. Можете использовать спирт, все что угодно. Пшикаем на датчик. Берем ватную палочку и чистим датчик. После прочистки датчика немножко просохнет. Включаю на максимум, чтобы долго не ждать. Подождем, будет ли результат. Но пока красный не моргает. Опа, шикнул мне прямо в руку, гад. А я вот тут его не застегнул, а то он намекнул мне, да? Все, застегнул.